Как правильно оформить кредит и что скрывает мелкий шрифт в договоре, разъясняет в телеграм-канале Советского района Самары. Если вы нашли кредит по выгодной процентной ставке, не спешите и внимательно изучите документы. Нередко именно в пунктах, оформленных мелким шрифтом, описываются дополнительные платежи, которые именуются скрытыми. Чтобы не стать жертвой подобных ситуаций, в телеграм-канале опубликован ролик, который рассказывает, как оформить документы грамотно. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что у Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области новый номер единого контакт-центра 8 800 100 301. Консультирование граждан ведется в круглосуточном режиме. Зарегистрировать рождение ребенка жители Куйбышевского района теперь могут, не посещая орган ЗАГС. Такая возможность появилась благодаря суперсервису «Рождение ребенка» на портале госуслуги, сообщают в телеграм-канале Куйбышевского района. Родители в удобное время заполняют электронное заявление, и документ приходит в личный кабинет. А сэкономленное время можно посвятить ребенку и приятным хлопотам. Важно отметить, что при желании родители могут также получить свидетельство о рождении на бумажном носителе.